Новая четырехэтажная школа в микрорайоне «Солнечный» распахнула свои двери в сентябре 2020 года. Открытие второго корпуса гимназии номер 2 стало важным событием для Щелкова и помогло устранить вторую смену в этом учреждении. Глава округа Андрей Булгаков провел выездное совещание в новом корпусе. За несколько месяцев его работы интерьер школы заметно преобразился. Проводить время с пользой ученики теперь могут и во время перемены. Каждый уголок в холлах и коридорах тематический. Например, возле библиотеки стены украшает графика с изображением книг, а прочитать их школьники могут, воспользовавшись QR-кодом. Не только прочитать новую книгу в электронной библиотеке, но и познакомиться с историей малой родины и ее выдающимися личностями могут ученики гимназии номер 2. Информация представлена в краеведческом уголке. Здесь Щелково бывшее, Щелково сегодняшнее. Также все можно в интернете сразу прочитать. Классы гимназии оснащены современным оборудованием, уроки по физической культуре проходят в просторном спортивном зале, а школьные мероприятия в актовом. Есть в учреждении даже столярная мастерская. Руководитель муниципалитета осмотрел классы учреждения и отметил, что занятия школьников проходят в комфортных условиях. Средняя наполняемость кабинетов – 30 человек. Всего же в новом корпусе гимназии номер 2 обучается 1065 учеников. Андрей Булгаков уделил внимание и вопросу качества питания ребят. Руководитель муниципалитета осмотрел пищеблок гимназии номер 2 и пообщался с родителями учеников, участвующих в контроле питания школьников. Они, в свою очередь, дали положительную оценку завтракам в столовой. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.